Всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, и это пятые новости моего канала. Ну что ж, давайте же перейдем к главным новостям моего канала. Ну и вот, и первая новость, то что я начинаю проходить, карты от подписчиков. Если вы хотите отправить карту мне, то есть Скелетору, то заходите по ссылке в описании, там будет форма заявки подачи карты, и когда вы отправите карту, я ее посмотрю и обязательно пройду на видео. То есть, ну, вы, наверное, все знаете такую рубрику «Карты от подписчиков». Ну, там как у... У кого же? Кто проходит карты от подписчиков? Ну, много людей проходит карты от подписчиков. Вот, вспомнил, Мистик и Лагер проходит. Ну, еще там многие проходят карты от подписчиков. И я, в принципе, думаю тоже, что же не пройти карты от подписчиков. Ну, в общем, ссылка в описании, так что переходите по ней и отправляйте свою карту на прохождение. Ну и вот, это была первая новость. Вторая новость то, что на Skeletor Play не будет видео выходить более месяца, или же больше, или же меньше, я не знаю, потому что там мой канал заблокировали. То есть я туда не могу загружать видео, на канал я могу зайти, вот, но загрузить видео я, к сожалению, не могу. Вот, это была вторая новость. А третья новость то, что на моем канале, основном Скелеторе, уже набралось больше 4000 подписчиков. Это очень классно и звучит классно. 4К. 4К, очень классно. Ну и вот, это были первые, ну, в принципе, все важные новости. Кстати, забыл сказать то, что я еще, в принципе, там, получается, не будет выходить летсплей, то есть я буду делать на основном канале летсплей, на самой новой версии Snapshot 14V34C. Вот, в принципе, можно сказать все. Кстати, Minecraft 1.8 должна скоро выйти, можете на ней сделать летсплей. Ну вот, все в будущем, все в будущем. Ну и, пожалуй, это все. С вами был Скелетор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.